when everything isn't yellow. Will we still smile through broken glass and live in falsetto? Are we too deep for a second chance? They say time is a healer. Well, how do you expect to heal this? Всем доброе утро, у нас сегодня рождественский день. Возможно, что все магазины сегодня закрыты. Так что сейчас мы поедем смотреть, открыты ли магазины, потому что это ужасно, если несколько дней магазинов еще открыты. Всех с Рождеством, кто сегодня его отмечает. Желаю вам всего самого крутого, но вам. Скажите мне, почему вот такие вот вещи всегда скакивают в те дни, когда вы хотите особо хорошо выглядеть? Я не понимаю. Спасибо хотя бы, что не на кончике носа. У нас мега новогодняя погода, просто очень дождь. Муж побежал закрывать машину, потому что мы взяли джип открытый, у нас вся крыша была открыта, потому что дождя никто не ждал. Дожди здесь очень кратковременные, в принципе, поэтому уже виднеется солнышко, так что все вымокли, теперь можно успокоиться и ходить дальше мокрыми. Это мой новогодний лук, я не знаю, куда смотреть опять. Точнее, не новогодний, а рождественский. Дед Мороз висит, второй тоже, точнее, Санта-Клаус. Я хотела сказать сегодня и говорила, но, наверное, было не слышно. Мне кажется, что все-таки рождественское чувство больше передается, когда вы где-то находитесь, где идет снег, где фейерверки, где холодно, может даже быть. Ah, food. Yes, and me. The time is a healer. Well, how do you expect to heal this scar when every minute I see her? How can you turn when we got this far? Мы уже дома, делать особо, в общем, нечего. Покушали, в казино поиграли. Пошли спать. Что-то перемена во времени, у нас 5 или 6 часов разницы с Голландией. Я все время хочу спать. Как старушка.